Наталья Водянова впервые показала фигуру после родов. Супермодель выставила в свой инстаграм фотографию в купальнике. Наталья выглядит потрясающе. Глядя на нее, сложно поверить, что перед нами 34-летняя мама 5 детей, причем спустя 2 месяца после рождения сына. Модель сейчас отдыхает на море, но даже в отпуске не забывает про здоровый образ жизни и ежедневно занимается йогой. Конечно же, большинство поклонников остались в восторге от увиденного. Таким стройным телом, как у Натальи, могут похвастаться далеко не все девушки уже после первой беременности. Что же тогда говорить про 5? А вы тоже пишите в комментариях, что думаете о такой фигуре Водяновой. Ставьте лайк, если понравилось видео, и подписывайтесь. Всем пока! Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!